Впечатления от визита только положительные. Высокотехнологичное производство, новые линии комбайнов, которые отправляются на поля нескольких десятков стран. Достойная заработная плата сотрудников. Пример для многих. Конечно, на заводе не без проблем. Просроченная дебиторская задолженность превышает 20 миллионов долларов. В списке недобросовестных партнеров 11 стран. 56% долга приходится на Китай. С просьбой помочь в его возвращении генпрокурору обратились во время приема. Звучали и вопросы, которые касаются личных проблем рабочего Гомсельмаша. Сотрудники предприятия также обратили внимание на обилие непроверенной информации и оскорбительных комментариев в интернете. Генпрокурор отмечает, люди, которые не просто выражают свое мнение, но явно намереваются оскорбить других пользователей, могут получить не только административные, но и уголовные наказания. Подводя итоги встречи, Александр Конюк отмечает, насколько важно для него знакомиться с ситуацией и настроением людей на местах, выезжать в региональные организации и на производство. Не у всех есть возможность поехать на прием в Минск. И такие встречи приближают лидеров к пониманию того, чем живут люди и какие проблемы им нужно помочь решить. Ковид отступает. Больницы, которые были перепрофилированы для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, начинают возвращаться к обычному режиму работы. В связи со стабилизацией эпидемической обстановки возобновили работу неврологическое, гинекологическое и гастроэнтерологическое отделение Гомельской областной клинической больницы. Областной клинический кожно-венерологический диспансер уже работает в плановом порядке. А в Мозырском онкологическом диспансере прошла дезобработка. Помощь оказывает стационарное отделение. Плановую госпитализацию постепенно возобновляют Гомельские городские больницы номер 2 и номер 4, отделение паллиативного ухода в Жлобинской районной больнице и урологическое отделение Реческой районной больницы. 3 июля Государственная дорожная инспекция Беларуси отметила 84-летие со дня образования. Торжественное собрание состоялось в Гомеле на плацу областного управления ГАИ. Лучшие сотрудники награждены благодарностями и нагрудными знаками, а также очередными званиями. Гвоздь мероприятия – восстановленная победа. Ретроавтомобиль региональный ГАИ подарил Корнери Пешка из Мозыря. Восстановление раритета заняло год. Восстанавливать пришлось практически с нуля. Сейчас победа на ходу. Она отправится в автомузей, который создается в областной ГАИ. Среди его экспонатов также ВАЗ-2101, 24-я «Волга» и мотоцикл «Урал». Следующим совместным проектом областной ГАИ и реставратора из Мозыря станет восстановление автомобиля ГАЗ-69.